Детский игровой комплекс и скейт-площадка появились в парке «Молодежный». Объекты для активного отдыха детей и подростков уникальны для города и всей Владимирской области. Разработчики проекта не раз говорили о том, что будущий парк может стать лучшим в России. Сейчас уже можно видеть, как смелые предположения воплощаются в жизнь. Подробности в сюжете. Смельчаков прокатиться по крутому склону пока немного. Мальчишки только еще осваивают новую скейт-площадку. Смотрят на тех, кто уже умеет кататься. Рампы, на них интереснее кататься. Трюки всякие можно делать, особенно на этой горке. Это единственная профессиональная скейт-площадка в Муроме и в соседних городах. Она современная, подходит для тренировок профессиональных спортсменов и любителей. В парке «Молодежный» интересно будет заниматься и любителям воркаута. Здесь завершается монтаж уличных тренажеров. Все площадки будут покрыты износостойким мягким резиновым ковром. Его уже укладывают и на беговую дорожку, огибающую парк по периметру. Для любителей пеших прогулок уже построены мощеные тротуары. А для концертов и открытых кинопоказов строится летняя эстрада. Но самым красочным элементом уже стала детская площадка для детей младшего школьного возраста и совсем юных малышей. Сейчас очень важно проверить все качества работы, проверить и устранить все мелкие недостатки, которые, естественно, при строительстве бывают. Поэтому сейчас проверяем каждый объект, смотрим все эти мелкие недочеты, чтобы за ближайшую неделю их устранить. А затем наступит период уже озеленения, высадки цветов. И, собственно говоря, я уже, наверное, могу пригласить всех на открытие парка. В «Молодежном» осталось завершить только отдельные виды работ, поэтому Евгений Рычков отдал распоряжение о подготовке торжественного открытия парка. Ольга Килешина, Александр Барсуков. Новости Муром.